Харьков, 22 марта, утро, началась весна, очень тепло, улицы залиты солнцем. Как видим, улицы немноголюдные, коммунальные службы работают отлично, вывозится мусор, дворники подметают улицы, выдается пенсия, сейчас я проходил мимо почты, видел. Понравился разговор, один мужчина говорит: «Скоро решится, мы тут или там?» А женщина отвечает: «Я не хочу там, я хочу тут». Люди верят в победу, поддерживают друг друга словом, делом, держатся. Сдаваться никто не собирается. Все будет замечательно. Вот мы видим последствия обстрела ночного. Кстати, вчера целый день и сегодня ночь город очень сильно обстреливался в разных концах, все время взрывы бесконечные. Но люди верят, что мы отстроим, и город будет еще краше и лучше, чем был до вторжения оккупантов.